Никогда. Я не удалял нейромоды. Но сегодня я не смог найти дорогу в аппаратную лабораторию. Целый час бродил по дендрарию. Придумал отговорку. Но Мию что-то заподозрила. Я не смогу делать игрушки для Транстар, если я сказал Алексу, что хочу попробовать. Он дал мне прибор. Парапсихологическое устройство. Автор Морган. Часть компонентов за пределами моего понимания. Тот же сон. На станции творится что-то странное. Здесь рядом с нами что-то есть. Но у меня галлюцинации. Я уверен. Я пытался открыть шкафчик, но не смог вспомнить дату нашей свадьбы. И на секунду забыл даже ее имя. Ее имя! Если однажды я проснусь и не смогу вспомнить ничего про свою работу, пусть все заберет Морган. Она придумает, что с этим делать. Первый тест. Передние электроды перегрелись за 6 секунд. Но в какой-то момент я снова ее увидел. День, когда мы встретились на Коста Амальфи. Ее желтое платье. Моя Кларинда. Исчез. Злишься? Решила проведать вас, Скай. Это просто похмелье от нейромода. У меня странное чувство. Даже не верится, что вы поставили мод ради шоу в тюльпане. Вы шутите? Я всегда хотела на чем-нибудь играть, но у меня не было времени. Это словно я вижу ноты в голове. Словно я занималась этим 7 лет. Кстати, вы же будете на сцене со мной? Только чтобы поймать вас, если вы грохнетесь в обморок. При условии, что вы не позволите мне дать в морду Алексу.
Фолс. Офицер Фолс. Мали. У меня важная просьба. Деликатного толка. Хочу спросить, можно ли поручить вам наблюдение? Да, сэр, конечно. Но я не могу выполнить просьбу такого рода без указаний шефа Элазар, кадровика и еще одного директора. Малия, все они мои подчиненные. Да, сэр, понимаю. Я хочу, чтобы вы наблюдали за анализой Гальегос. Куда она ходит, распорядок дня, посетители. Я буду вести записи в компьютере охраны. Хорошо. Отправьте мне отчет в конце недели. Да, сэр. Ah.
Могу думать. Я пытаюсь. Не могу. У тебя знакомый голос. Ты кто? Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык.
Всем привет. Мы совершили невероятный прорыв. 12 часов назад мы создали 8000-й нейромод. 8000 нейромодов, позволяющих делиться навыками и Примите мои поздравления. Только благодаря вам это стало возможным. Я также поздравляю мою дорогую сестру Морган, которая отправилась на Землю, чтобы проконсультировать правление Транстара. Итак, за Транстар, нейромоды и наше будущее. Но что хорошего в успехе, который нельзя разделить? Представляю группу наших коллег, у которых до вчерашнего дня не было музыкального дара, кроме директора шоу, которая, как мне сказали, чудесно поет. Скай, Даниэла, дамы, можете приступать.
Именно этого я и боялся. Наш ведущий инженер, Холден Грейвс, строил блокиратор в лицензии для схем нейромодов. Жаль, он был хорошим инженером. Думаю, он с подозрением относился к экзотическим материалам. Тебе нужно восстановить лицензию в его терминале. Его кабинет находится в отделе нейромодов. У нас лучшая тихоокеанская говядина, только что снятая с пластиковой решетки, от настоящей не отличить. Так мне сказали.
Вы часом не знаете, где Квинтин Тернс? Его блюдо уже готово. Команда получена. Спасибо.
Добрый вечер, Талос. На этой неделе доктор Хедли Далтон проведет в холле дополнительный семинар о нейрофилектомах. Количество мест ограничено. Резервируйте их заранее. Доступен новый псионный навык.
изучаю. Ваш костюм немного изношен. Правлю. Работа выполнена. Требуется голосовая идентификация. Повторите следующие слова. Гармоника. Храбрость. Склонность. Карандаш. Гармоника. Храбрость. Склонность. Карандаш. Thank you.
могу помочь? Диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного, это недолго. Готово, не забудьте за... Рад вас видеть. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Ugh.
Рад вас видеть. Назначен сеанс. Ah!